А не заводится больше? Надо нас снимать, чё? А чё вы делаете? Похороните, что ли? Не, чё, ты думаешь, мы это выбросим, что ли? Мы шаурму сдадим? Ну? Московский самый лучший ресторан это пойдёт, да? Чё это такое? Вкуснятина это, всё, шаурма. Вот мы храним его. У нас крыса надо снимать. А, тут один похоронен, да? Да, тут похоронен. Они каждый день, вы каждый день словите, да? Да, каждый день ловим. Нас не надо, нас не надо. А что нас тут? Потом расскажите, скажем, вот это ребята. Они едят. Кто? Они конкретно новые русские едят. Мы конкретно сдаем их. Дорого они покупают. Мы это работаем, так зарабатываем. Не 50-100 рублей. Это одна крыса 100 рублей в день. Ловим мы где-то 15-20, да, крыс? И все, пиздец, там в ресторане шаурма. А где вы столько найдете? Откуда? Вот мы зовем. На конечную. Они сами перебегают. А вы уже язык знаете, да? Конечно. А вы кормите чем? Ну ты же кормишь их, ты же кормишь. А что нам кормить-то? Мы просто зовем их.